Петенька, я же просил тебя не пачкать. Ты же знаешь, мама уехала к бабушке. Кто все это будет стирать, а? Я просто... Что просто? Просто... Что просто? Эти ж пятна ничем не отстираешь. Попробуйте Пердоль Мэджик Супер Драй. Отстирает любые пятна. Что вы говорите? Да. Как вас зовут? Анжела. Какое прекрасное имя. А я Геннадий. А я Петр. Петенька, пойди еще поиграй. Пердоль отстирает любые пятна. Конечно, отстирает. Я в этом даже не сомневаюсь. Пердоль Мэджик Супер Драй. Петенька, Петенька, где ты был? И почему на тебе чистая одежда? Петя, где пятна, Петя? Я сам сказал, что... Мало ли, что тебе папа сказал. Так, так, иди сюда. О, ужас, Петенька! А ведь мама уехала к бабушке. Кто же это будет все стирать? Эти ж пятна ничем не отстираешь. Попробуйте Пердоль Мэджик Супер Драй. Отстирает любые пятна. Да не может этого быть. Это потрясающе. А это, кстати, вам. Ой... Петенька, как договаривали. Так, на чем мы там с вами остановили? А где же ваша стиральная машина? В спальне. Ну, где ей еще быть? Так, давай. Сама. Где же он ходит, а? Где ходит этот балбес? Стоп. А чего я, собственно говоря, жду? О, Господи! Снова эти пятна! И их ничем не вывести! Что же мне делать? А мама, между прочим, до сих пор у бабушки. Попробуйте Пердоль Мэджик Супер Драй. Стирывает конкретно любые пятна. А где Анжела? Анжела в отпуске. Каком отпуске? Декретно. Я ее брат. Когда я вижу, у вас тут конкретные пятна, это надо застирывать. Особенно на брюках. Раздевайтесь. Вы знаете, я сам, извините за ложный вызов, да. Раздевайся. Папа, я вернусь, пап! Ладно, извините, как договаривались, я ухожу. Петенька, сыночек, вернись! Петенька, не уходи! Ой. Еще. Позвоните Анжеле, а? В этом нет необходимости. Она полностью меня проинструктировала, что нужно. Вот, пожалуйста. Сам. Пожалуйста, я посижу. Петенька! Ваши пятна под контролем. Анжела! Стираем пердолем.